что у нас тут есть? У нас тут есть красный-зеленый, только немножечко. Да, что-то Лана меня толкает. Кальмары, она такая, типа, я должна убить Лану. Собираем треугольник, собираем капюшон. Стекольщик! Это немножко, да, похоже на стекольщик. Реально? Всем привет! Вы на канале Крошки Евы, и у нас сегодня игра в кальмары, но немножечко не такая, как всегда. У нас тут есть кровати, а еще у нас есть обе. Смотрите, у нас просто эти ребята такие ждут, пока мы не пройдем дальше. Они такие, все, идите, идите. Ну, что-то неправильно на самом-то деле, потому что здесь все они типа одинаково стоят, хотя есть одни более главные, другие менее, и пятое, десятое. Ну, вы поняли. Ну да, есть так. Ой-ой-ой-ой-ой. Зачем мы все сюда прыгнули? Это типа можно стать квадратным чуваком? Ну, непонятно. Ну, за 200 робоксов, я думаю, да. Цвета красивые, но что-то вырвиглазные слишком. И точно. Ну да, есть такое. Тихо, просто тихо, эти сутяшки, наверное. О, а тут, смотрите, тут маска. Чекпоинт — это маска, а где Ева? Да, подождите, я не дошла еще. Блин. Я там задержалась просто на руках. Смотри, это масочка, она оттуда. Вау, прикольно. А вот это тоже классный чекпоинт, ребят, идите сюда. Ого, прикольно, слушайте, необычно, необычно. А мы друг друга толкаем, как я понимаю. Ого, ничего себе. Короче, смотрите, здесь каждый чекпоинт прям по-разному даже нарисован. Ага, прикольно. Неприятно, но ничего. Слушайте, ну, хоть они это сделали, а то раунды довольно странные. Просто такое ощущение складывается, что обычные обе взяли и тут немножко чекпоинты поменяли, и все. Я вот сейчас не помню, как я не умерла. И цвет тоже. Да. Ева, не толкай меня, ты чего? Я не толкаю тебя, ты что меня идешь? А может быть, Ева думает, что это реально игра в кальмары, она такая, типа, я должна убить Лану, я должна убить, я убью ее деньги по имени. Взяла и выпрыгнула, просто шла в меня, шла и улетела сама такая, не понимаю. Да. Ева, ты сейчас просто как голым звучишь. Я вообще-то все снимала. Это не доказательство. Лана отчаянно хотела меня выкинуть. О, меня Лана все толкнула. Ева, скорее иди сюда. Девочка, вот бегу, я даже не перепрыгиваю. Блин, а мне послышалось, типа, Евочка, я думаю, типа, ты хочешь доказать что-то ей? Такая, Евочка, так, ну-ка. Типа, я думаю, очень странно, как это прозвучало. Ну да, девочка стоит здесь. Ну, сейчас зеленый свет, можно идти, поэтому она не смотрит. А, можно, да? Убегаем скорее, потому сейчас она как развернется. Ага. Реально, представьте, обе, слушайте, все, я придумал еще одну идею для игры. Обе, где эта девочка будет поворачиваться постоянно, мне кажется, это будет вообще нереально. То есть ты должен и обе, типа, проходить, и вдобавок, ну, короче, вы поняли, про девочку эту думать. Ёша, ты это идеи хотя бы продавай. Да, я хотела сказать, записывай. Да ладно. Или так. Че, Лан, сколько стоит пружинка? 70. 70. Просто Лана так прям обиженно так. 70. Ну, вообще, на самом деле, не слишком дорого, учитывая, сколько таких обе стоит. Так, подождите, ребят, а мы видели вот эту огромную голову? Я только сейчас капюшон заметила. Так это ж мы проходили, там что-то за 200 стоило. Ну да, там випка, а голова-то обалдеть какая гигантская. Ну да. Стекольчик! Стекольщик! Это немножко, да, похоже на стекольщик. О, реально? А, подождите, нет, здесь на любую можно было наступать. А, не толкайтесь. Слушайте, а может тут будет где-нибудь перетягивание каната? Прям интересно даже посмотреть. Ну я думаю, что если он будет, то мы, скорее всего, просто по нему пройдемся и все. О, Лана! Тоже верно. Ой-ой-ой-ой. Перетягивание Ланы, помогите. Нужно перетягивание Ланы. Лана, отпрыгивай назад, отпрыгивай назад. Давай. Вау, спасибо. Это лайфхак. Получилось? Да. Ну, видишь, я... впереди тебя, как получилось. Ульяна подтолкнула. Я думаю, что ты так это быстро справилась. Не, мне просто тоже как-то подсказали в свое время, хотела я сказать. Не, просто была такая у меня череда событий, когда я просто реально в таверне вот так застревала, и никто не мог даже руку подать, потому что, ну, естественно, никто не мог. Вот, и мне подсказали, что можно отпрыгивать назад. Просто вот. Лана, ты специально, да? Нет, а тут далеко назад отпрыгивать я не хочу. Отпрыгивать получится, вот. Обалдеть, спасибо большое. Тренируем Лану отпрыгивать назад. Не помогло. А что они такие толстенькие, вот эти вот палочки? Что это за уровень такой?
А у нас было что-то похожее, интересно, в кальмаре? В кальмаре нет, не так, было. Вот это стекольщик. Так, а в смысле? Это уровень стекольщика следующий. Ну, очень сложный стекольщик. Ребят, вообще. О, Ульяна! Ева, ты видела? Ульяна просто... Нет, может, они все просто работают? Они все работают? Как вы этот уровень прошли? Нет, не все! Не все черные не работают. Смотрите, вот это работает, это работает. А там красное не работает. Это как-то немножко странно. А что так подозрительно? Нет, ну вот тут красное вот это. Я понимаю, я не хочу падать. Так, а здесь что делать? Ничего, я просто пойду. Прыгать. Ой, это пуговки какие-то. Это знаете что? Это закрытые коробочки с печеньками. Правда. А почему не закрыты? Их надо открыть, чтобы скушать печеньки, ребят. Ну, я бы не хотел. Зонтик, если выпадет тебе, то я не буду тебе завидовать, конечно. Вот да, и как зонтик. А, блин, эти печеньки. Ну, вообще, это не печеньки. Просто обычные сэндвичи, вкусные, сладкие. Я вам сейчас расскажу. Это не печеньки, это вообще карамель какая-то. То есть, это соты из сахара. Они не печеньки, они вообще не такие. Так, а это не спойлер? Да, мне кажется, я знаю. Нет, печеньек очень спойлер. Много, потому что я столько тиктоков видела, это капец. Ой, ладно, а ты типа одна из таких ребят, которые типа, это вообще-то там был не красный цвет, а такой светло-буромалиновый вообще-то у них такой цвет. А вообще-то это не сериал, а дорама. Ну да, это я знаю. Я понял тебя, я понял тебя. Нет, так я же тоже шучу. На самом деле, если без шуток, то дорама это и есть сериал, просто, ну, как бы, если кто-то... Например, сейчас меня, наверное, в комментариях немножко скажут, что я не права, но если вы почитаете, что такое дорама, то там будет написано: дорама - это японский корейский сериал. Ну, в общем, я думаю, что понятно. Сейчас, а это подожди, японский или корейский? Корейский. Это корейский. Проверю. Дорама. Сейчас. Изначально японский термин, который впоследствии стал использоваться в русскоязычном интернете как общее название для телесериалов. Вот так-то. Для телесериалов. То есть это телесериал. Вот мы выяснили. Как бы... А, слушайте, короче, рассказываю. В общем, у японцев очень много заимствованных слов. То есть, например, world, слово типа мир, да? У них the warudo. То есть, типа, они просто немножечко меняют слово, и получается японское. То есть, вот дорама — это драма. То есть, от английского драма. Реально, это вообще шок. То есть, они очень много слов заимствуют. Сейчас, например, клубника — это, вот, ну, стробери, да? Шутуробери, что-то типа того. То есть, они просто добавляют «у», они добавляют «о», и получается вот слово. Поэтому вот. Поэтому это драма. Сериал драма. Ну, в общем, вы поняли. Поэтому это сериал. Вообще, да, это сериал. Ну, слушай, в комментариях всегда найдутся суперэксперты, которые скажут, что ты не права, даже учитывая то, что в Гугле так написано. То, что я сейчас сказала, ну да. Да, как бы, ну, ладно, дефолт. Ладно, ничего страшного, я не обижусь. Вот, можете называть, как вам больше нравится. Опять же, это дело каждого, но, по-моему, когда кто-то начинает уже указывать, вот надо только так, а так не надо, тогда это уже, ну, немножко странно происходит. Вот. Но я к тому, что это не печеньки, потому что если бы это были печеньки, ребят. Печеньки будут очень легко вырезать. Ну, понимаете же? Да, ладно, да, я понимаю. Да. Ну, короче, давайте так. Мы с Йоши будем играть в игру кальмара. Мне дадут, в общем, печеньку. Мне не нравится это начало. А Йоши дадут сок. Вот эту настоящую. Кто из нас выиграет, Йоши, как ты думаешь? Я. Очень сомневаюсь. Я уверен в своих силах просто. О, ребят, а тем временем мы что-то уже как-то. Я тоже была в шоке, если честно. О, банька. Откуда там банька? Так, а что это за этот из, ну погоди, заяц страшный? Почему не тыкаются кнопки? Я хочу нам джакузи включить. Да, действительно не работает. Может, надо монетку вставить какую-то, смотри, там печеньку, для монетки место явно есть. Или это не для монеты? Печеньку надо вставить. Нет, это решетка. Может, ты печеньку... Не печеньку, Ева, вообще-то. Не печеньку, Ева, понятно тебе? Вот так. Слушайте, мы так странно катаемся, у нас так руки странно, и уши прям торчат. А что если выпрыгнуть где-нибудь тут вот? Ну, улетишь. А как Йоша вот так раскачался, простите? Йоша, ты чё? Потому что я могу.
А что там снизу написано? Именно у Йоши что-то написано, да? Нет? Да! На качельке? Не, у меня тоже что-то написано. Тоже что-то написано, у меня ничего не написано. Вы просто еще не раскачались, типа, настолько, чтобы увидеть там вот эту штучку. Я думаю, это имя создателя. Ник. Возможно. Как раскачаться? Как ты это вообще делаешь? Как? А как ты в жизни делаешь? Вперед-назад, вперед-назад. А, я просто с другой стороны смотрела, и у меня вообще наоборот было. Пусть ежи там уже столько солнышек накрутило. Да, не хотел бы я в жизни, конечно, повторять такое, на самом деле. Так, ребят, а мы тут подумали и решили прийти в еще одно обе, потому что мы как-то очень быстро прошли то, и смотрите, что у нас тут есть. У нас тут есть красный-зеленый, только немножечко не то. Ну что, поехали, побежали. А как это работает? Может, аккуратно? А, ой, вообще не так. То есть мы просто проходим? Ага, пон. Но это еще не обе, это, так сказать, подготовочка. А вот это вступление. Ой-ой-ой, ничего себе. А, это кровать, я думал, цветяшки, типа там. Прикольно. Нет, все окей. Кстати, а у нас откуда-то есть бесплатная катушка гравитационная уже. Да, очень удобно. А чё, и тут еще в принципе, можно еще купить 80. Не, ну, это как-то очень подозрительно выглядит. А куда а вы побежали? Вдруг первая только до первой смерти. Не умираем, значит, ребята. Аккуратненько. Но я уже тюкнулась, поэтому все в порядке. А, она есть, осталась. Да? Ну все, тогда, ребята, умираем. Мне очень нравятся вот эти, во-первых, два чекпоинта вот тут вот. Это очень сложный участок. Ага, это самый сложный участок ever. А еще вот там вот очень такая классная деталь. Это ему было лень делать целую Ева пока. Это знаете? Смотришь, вот треугольник создатель такой, да, типа сойдет. Музыкальный такой треугольник есть, ну вот чего? Это все, скорее всего, он. А куда там прыгать? Вот это реально кажется стекло. А тут нужно на красненькую в конце. Ребят, можно перепрыгнуть это все дело или сбоку обойти? Так интересно, что обе или что? Ну все, я пошла перепрыгивать. А чё, я угадываю, или там вообще в разные стороны можно было не идти? Не знаю. А, во все? Ну, так неинтересно. Но зато нервы. Мне так нравятся эти конфетти, которые выкидывают во время чекпоинта. Ага. О, ребят, там кровати, а до них можно как-нибудь допрыгнуть? Очень хочется, не знаю. Сейчас давайте попробуем. Я думаю, с пружинкой может получиться. Ева, с другой стороны. Ульяна почти допрыгнула. А подождите, а на нас мы друг на друга можем становиться? Можем мешать? Нет. Ой, проблема. Что тогда делать? Может, с другой стороны можно будет допрыгнуть? Нет. Не получается, ребят, бесполезно. Очень зачем? Обидно. Зачем они поставили кровати так далеко? Мы же хотим, может, отдохнуть. Ну, видимо, в этой игре ты не отдыхаешь. На голову, кстати, тоже, скорее всего, не забраться. Эх. Кстати, минута бесполезной информации. В большинстве игр по дараме всегда 067 номер у вас на этом костюмчике. Ой, типа правда. Номер этой девчули. А правда? А интересно, что это значит? Ага. Ну, это просто номер девчули той. А, это она! 067-я, типа, крашика. Я забыла! Точно. Ничего себе. Так, ну это что, спойлер? Нет, ни в коем разе. Нет, просто все хотят себе. Она симпатичная, поэтому она, все хотят, да, она чтобы... прям очень такая симпатичная. Просто капец. Модель, у нее очень своеобразная такая, да, внешность. Да, она модель. Вот, а еще хотел сказать, что... Еще одна минутка бесполезной информации. Минутка еще не прошла, поэтому продолжаю. Вот, у нее самый быстрорастущий Инстаграм. Там уже вроде 15 миллионов. Но я думаю, что уже больше. А я сейчас посмотрю. Подумай. Мне так нравится, Йоши все время во всех обе рассказывает что-то, ну, что-то, может, даже бессмысленное, или вот что-то типа минутки бесполезной информации. Идет гуглить там самолет. 16,5. Купить. Да, я могу себе позволить, потому знаете, что прохожу быстро обе. Знаете, что нравится, что при этом Йоши потом еще и догоняет всех. Да. И обгоняет даже, может быть. Ага. Вот, меня уже обогнала, я ничего не гуглила. Нет, еще нет, я умер. Нет, ага. Все, ребята, спокойно. Треугольник, на треугольник можно залезть и закрыть путь. Ого. Ева, а чекпоинт сработает? А сейчас проверим. Да! Серьезно? 47-й, смотрите, да! А скидывая вот с треугольника к 100?
Поэтому да, очень осторожненько сильно скидывает. Надо. Это, знаете, он такой сопротивляющийся треугольник. Ага. Ребята, там реально стекло. Где стекло? Мне кажется, его пропустили, а вон там было. Вон оно. Ты можешь сходить туда. Там вообще какие-то кальмары. Так, ладно. Ну, я боюсь, мы не дойдем до конца, хотя у нас уже половина. Ну, я не вижу там ничего такого особенного, правда, в самом конце тоже непонятно что, короче. Ха, что-то я вообще как-то сильно тут лайфхаки у меня. Перепрыгиваю прям, вон, прямо можно перепрыгнуть, не ходить вот этого всего в обход. Тот, кто придумывал это обе, не подумал, что есть такие хитрые люди, а хотя, может, и специально это сделал. Но обычно так никто близко не делает. Я думаю, чувак просто не заморачивался. Да, потому что обе на скорую руку, типа, и явно из-за популярности дорамы. Ну, это точно. Я вам больше скажу, это раньше было другое обе, потому что у меня здесь есть приватный сервер бесплатный, а игра 2020 года. Так, так, ну, правда, что... смотрите, не заморачивался, тут лица нету. Ну да. Один капюшон остался. А это одежда в шкафу, они же как-то переодевались там. Это же не тело, ну все. Смотрите, мы идем, собираем треугольник, собираем капюшон, потом где-то достанем лицо или можем свое там, например, одолжить, и вот... Одолжить лицо! И будет у нас потихонечку собираться вот такой вот персонаж. Дико извиняюсь, Лана, можешь лицо одолжить? Мне так чисто видео поснимать. С лицом? Ну, нет, просто одолжи лицо, а я поснимаю без лица. Понятно. Так, ребят, а мы можем допрыгнуть на кровать? О боже. Серьезно? Смотрите, да, все, я здесь остаюсь. Ну, в смысле остаюсь? И каждому своя кровать, а Ёша упрыгал. Ну ты можешь идти, тебе нету кровати. Все равно места нет для тебя, поэтому да. Да, все, еще помоги. Расскажи, что там в конце. Ой, а там что-то в конце есть. А ладно, неинтересно, у нас есть любимые наши кровати. Ну что, ребят, вот такие у нас обе есть, в которых мы побывали. Очень классно, что тут есть такие огромные кровати, на которых можно передохнуть. Собственно, что мы сейчас и делаем. Мы дальше, в принципе, не пойдем. И, наверное, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! 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 Пока!